А сделать комикс, ну комикс как медиа, вообще во всем мире комикс такая альтернативная медиа. Вот как рок-песни, бесспецные протеста у нас в основном, да? Так и во всем мире комикс это такая вполне себе такая практика фанзинов, там, анархистских листовок, вот. У меня появилась такая идея сделать какую-то такую медийную штуку, чтобы люди могли рисовать комиксы как выражение политических мировоззрений.